Так, муж мне почистил апельсины. Из этих буду вываривать сироп. Яблоки мою сейчас помоем. И лимоны сейчас два помоем тоже. Воду поставила уже греть на компоты. Банки вымываю. Сейчас все банки помою и составлю. И потом дальше будем с вами готовить. Так, дорогие друзья, залила две баночки. Тут апельсин, лимон и веточка мяты положила. У меня эта кастрюля как раз на две банки хватает. Вот приготовила другие две банки. Что я сюда положила? 1,5 вот таких вот чищенных апельсина. И 1,5 дольки лимона и мяту веточку. Прям целиком вот так вот ложу. Нынче с мятой пробую. И все. Будем потом заливать кипятком. И все. И будет у нас компотик настоится. Потом сольем, прокипятим. И заново зальем сахар после этого, после того, вот как сейчас постоит оно немножко. Потом сахар мы зальем сюда. И все, засыпем. Потом покажу, сколько я буду сахара засыпать. Так, ребят, залила уже 4 банки. Сейчас еще 2 банки залью. И потом займусь, наверное, вот эту перекручивать буду. Вы не смотрите, что это такое немытое. Но это все помыто, просто оно вот такое есть. Не отмывается. Перекручу, отварю и сироп сделаю. Может, даже это обрежу сейчас, посмотрим. Ну, в целом говоря, делаем компоты. Дорогие друзья, а я все занимаюсь компотами. Короче, сделала апельсиновый концентрат из апельсиновых корочек. Вот так вот в баночке наделала. Он очень сладкий, потом можно будет разводить. У меня получились вот разные баночки. Есть и маленькие, и разные вот эти вот баночки, вот эта вот баночка. И вот остатки вот в такую баночку залила. Потом дети пока сказали не хотят, потом может разведем. Сейчас остынет все это и уберу на улицу. Мы включили там старый холодильник, пусть работает, будем туда составлять. Сейчас скоро буду переваривать компоты, сливать и переваривать. Так что вот так вот у меня получилось из 10 апельсиновых корок вот столько вот баночек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну и тут чуть-чуть. Разных баночек. Я делала специально маленькие. Почему? Объясняю. Чтобы можно было достал, развел на 3-литровую баночку или насколько там по сладости будем смотреть, насколько хватит. И все. Чтобы небольшие делать, как некоторые вот делают в 3-литровую банку. Я видела на ютубе делать. Но я не стала в 3-литровую, потому что чтобы за раз баночку выпил и все. Я раньше корки апельсинового выкидывала. Мне потом подруга говорит: Настя, ты зачем их выкидываешь? Столько добра выкидываешь. Можно, говорит, из них сделать концентрат, сладкий сироп, можно так сказать, да, и потом разводить детям. Я как-то к ней пришла в гости, попробовала, мне понравилось, ребят, и решила тоже сделать. Вот перекрутила все апельсиновые кожурки и сделала. Сейчас остынет, уберу все в холодильник, и потом будут разводить просто и пить. Мне понравилось. Если кому интересно, напишите. Могу потом, когда буду повторно опять это варить, делаю рецепт. Варю последние 2 банки, уже слила компота. Да, ребят, вот такая вот я плохая. Компоты варю, детям апельсины есть не даю. Вообще. Ужасная я мать. Ой, крышка свалилась. Так что пишите, что хотите, но я буду по-своему делать. И концентрат я сегодня сделала в баночке апельсиновый. Такой, чтобы разводить потом можно было. Сейчас остынет и уберу в холодильник. На улице погода ужасная, ребята. Дождик, холодно. На улицу даже не выйти. Но меня радует моя орхидейка. Ай, какая красота. И вот про мужское счастье. Вы меня все... В комментариях, что за мужское счастье. Да вот оно, мужское счастье, цветок этот. Просто у меня он маленький, по идее, он должен быть большим. И женское счастье. Ладно, варю и пойду в баню. А то баня уже истопилась, а я все никак в баню сходить не могу. Мне пока еще некогда. Я даже, ребят, верите, нет, разогрелась я суп, а сегодня еще ни разу не ела. Хотела сейчас поесть, но пока некогда. Жду, сейчас закипит, надо заливать. Ну, вот пока закипает, наверное, перекушу пару ложечек все-таки. Пошла я поем. Все, отварила весь компот. Вот это вот остатки у меня сиропа осталось в кастрюле. Я его перелила в банку, с сахара туда добавила и перелила в банку. Дети выпьют. Я пытаюсь поесть суп, да сейчас в баню надо идти. Это сегодня моя первая порция. Вот многие, знаете, говорят: Настя, ты такие большие порции себе наложишь. Да, ребят, потому что я один раз в день ем. Мне некогда, у меня нет времени даже поесть. И вот сейчас вот я наложила, он уже холодный весь суп. Ну вот надо все равно съесть, да потом в баню идти. Потом стирку развесить, потом новую поставить. И короче так, ну часов до 2 ночи опять у меня будет. Поэтому вот так вот.
Концентрат почти мой весь уже скоро остынет и уберу в холодильник. Потом буду зимой доставать. Многие вот говорят: Настя, зачем ты летом вот это вот все делаешь? Надо осенью все это делать. Ну, ребят, как говорится, готовь сани летом. Я делаю летом вот такие вот заготовочки. Есть возможность, я делаю. В чем проблема? Вот вам многим не нравится вот это то, что я делаю. Так, пожалуйста, вы делайте, как вы хотите. Меня постоянно сравнивают, вот в комментариях часто вижу: вот, вы не такие хорошие, посмотрите на Колесниковых, они хорошие. Да в чем они хорошие, господи? Да, они сейчас строят, как, что они там написали, то ли сарай, то ли гараж, что-то они собирают строить. Так извините, пожалуйста, они зарабатывают хорошо. А, упрекнули меня, вот они строят это, а вы пристроить 4 года построить не можете. Да, ребят, блин, у них деньги есть, что бы им не строить-то? Они поехали, спокойно закупились на 60 тысяч стройматериалов. Я, блин, даже на 20 тысяч не могу несчастные доски на потолок купить, а вы мне говорите про какой-то гараж и сарай. Извините, пожалуйста, но у них канал-то больше зарабатывает, чем мой. Я 7 тысяч получила, блин, долг раздала, продукты купила, все. А что я на эти 7 тысяч куплю? Стройматериал, что ли? Вы про что говорите-то, ребят? Вот честное слово. Или вот сравнивают меня с каналом этой... Как же он называется? Дневник очень многодетной мамы. Меня постоянно с ней сравнивают тоже. Вот, посмотрите. Настя, открой донат, как она. Она открывает донаты на все, что угодно. Даже на подарки для ребенка, как мне написали там. Плюс донат она открывала. Говорят, я читала... Ой, письмо мне в Инстаграм женщина написала, вот она донат открыла, у нее машина сломалась, ей надонатили, она сразу ее отремонтирует. Господи, ребята, это каждого свое дело, кто что хочет, то и делает. По сути, донат у меня висит, но туда не перечисляются деньги, как вы понимаете. И я не собираюсь светить этим донатом направо и налево. Вот, ребята, у меня есть, помогите мне. Нет, ребят, ни в коем случае. Не хочу такого. Я стараюсь сама что-то заработать. Есть возможность, куплю стройматериал. Нет возможности, значит, ничего не куплю. Ну, за 4 года же как-то мы это построили. Значит, и дальше сможем. Да, не за один год получится у нас это. Ну, а что теперь, ребят, делать? Оно потихоньку строится. Что я сделаю? Ну, нет у меня возможностей таких, как у Колесниковых или вот у этой очень дневник... деревенской мамы, что ли, как, короче, как-то так, не помню, которая 10-го ребенка недавно родила, напишите мне, как ее на канал-то называется, блин, я не помню, потому что я такое как бы не смотрю, родила, дай бог, крепкого ей здоровья, юным детям. Ну, а то, что она донатит, так это, ребята, пожалуйста, может любой донатить, вы можете создать канал, открыть донат, и вам будут тоже донатить. Ну да, я про это не свищу. Вот, ребят, у меня там в описании есть донат или где. У меня, кстати, в описании его нету. Я не помню, где-то он есть, но где он, даже на канале, я не помню. Я не знаю. Мне когда-то ребенок сделал, он там есть, да. Да, он есть. Но я не знаю, действующий он еще или нет, я тоже не знаю. Как это проверить, я тоже не знаю. Поэтому вот так вот, дорогие друзья. И я буду делать компоты, как я хочу. Если кому-то это не нравится, это пожалуйста. Вы можете делать так, как вы хотите. Я ни в коем случае вас не учу. А то мне пишут, вот ты, Настя, учишь всех. Да я не учу, ребят. Я просто показываю, как делаю это я. Ни в коем случае никогда никого не учила и учить не собираюсь. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня был сегодня день, вечер. Устала, как собака, но зато у меня 6 банок компота и кучу баночек сиропа апельсинового. Сейчас все это убираю и пойду в баню. Всем пока-пока! Дорогие друзья, у нас время ночь. Маленькие спят. А как вы думаете, что я буду делать? Мне будет моя дочь Светлана делать маникюр. Мне... Вот она тут сейчас все несет, все будем делать. Покажи себе, какие ты свои сделала. Дай посмотреть. Короче, я ей даю, чтобы вот Света себе нарастила вот так вот. А у меня, видите, сломались ногти. Вот, показываю до. И потом, видите, после. А где у тебя гель-лаки? Тут, извиняюсь, сахар. Мы просто на кухне. И вот такие вот у нее тут еще гель-лаки. Целая куча. И палитра разные. Сейчас, короче, она мне сделает маникюр, и потом я вам покажу, какие у меня ногти. Всем добрый день. Оксана, надень курточку все-таки, а? На улице очень холодно, а ты в одной кофте. Оксана уже на улицу вышла, остальные у нас спят еще.
Оксана захотела покачаться, да? Угу. А мы со Светой едем в поликлинику. Да, я со Светой еду в поликлинику. Ей надо справку взять для того, чтобы... Ну, в лагерь в ее, там отряд какой-то она идет на платное. Так как она волонтер, она идет туда. Поэтому нам надо справку взять. Поэтому мы едем в поликлинику. Ну и заодно скажу то, что у меня Марина с Ваней на больничном. Врачу объясню, что принимаем, что не принимаем лекарства и все. Вот такие вот у нас дела. Ладно, идем на автобус. Тайсон! Выбегает, сейчас покажу. Тайсон, мои подписчики сказали тебя почаще показывать. Слышишь? Тайсон. Тайсон. Отвернулся. Ты что, обиделся, что ли? А, Тайсон? Тайсон, скажи, у меня все хорошо. Только понять не можем, кому надо, чтобы, скажи, травить меня, да, Тайсон? Ну, а тебе ошейник опять новый покупать. Весь уже изорвал ошейник. Да? У дядю мой хороший, по-тягуски устроил. Девочки, знаете, что я вам вчера забыла показать? Дочь мне сделала сама маникюр. Вот такой вот. Обычно однотонные, но два цвета я выбрала. Золотой и вот темные с блесками тоже. Очень красиво получилось. На обоих ручках. Она на мне учится делать маникюр. Но мне нравится. Напишите вы. Как вам? Все, Света, бежим на автобус, она уже идет.